Всем привет, друзья, и добро пожаловать в новое видео. Для тех, кто меня не знает, я представлюсь. Меня зовут Юля, и я учусь на магистратуре в Чехии. На данный момент я нахожусь в своем родном городе Санкт-Петербурге. Также на моем канале вы можете найти очень много разных видео, посвященных Чехии, учебе за границей, все различные путешествия и много-много всего с этим связанного. Поэтому, если вам эта тема интересна и близка, добро пожаловать на канал. Ну а для тех, кто со мной уже знаком, наконец-то это свершилось, и я снимаю новое видео. Для меня это тоже радость, потому что тоже давно не снимала ничего, и на самом деле очень приятно вот так вот возвращаться, ставить камеру и что-то вам рассказывать. И почему же я так долго не снимала видео? И на самом деле тому послужила довольно весомая причина, я бы даже сказала букет причин, если можно так выразиться. И, как я уже успела отметить у себя в Инстаграме, причиной тому не послужило выгорание или что-то с этим связано, о чем довольно часто многие люди в последнее время говорят. Но в моем случае все было абсолютно наоборот. У меня было просто максимально насыщенное время, что иногда просто в течение дня я не успевала отдохнуть вот буквально несколько минут. Ну, в общем-то, не буду тянуть, сразу же перейду к причинам. И, конечно же, самой глобальной, основной причиной, почему я не успевала ничего снимать, это учеба. Напомню, что я уже заканчиваю учиться, это был последний семестр, и, в общем-то, последние заключительные семестровые экзамены я вот буквально недавно закончила сдавать. И так как этот семестр заключительный, он значительно короче предыдущих семестров, которые у меня были. И в целом, что я ожидала? Я ожидала, что это последний семестр, это раз, он укороченный, это два. Я подумала, что, ну, вероятнее всего, у нас будет немножечко больше свободного времени на написание магистерской диссертации, как-то, возможно, будет немножечко меньше спрос у преподавателей, меньше проектов. Но здесь случилась та самая ситуация ожидания и реальность, и на самом деле все просто пошло абсолютно по обратному сценарию. То есть у нас было огромное количество разных проектов сразу же, у нас был довольно большой объем работы, при этом при всем по некоторым предметам нам решили сделать креативные задания, которые, конечно же, отнимают в большинстве своем все силы и время. Ну и, в общем-то, и в целом нам надо было продолжать учебу еще помимо параллельно всех этих проектов и также писать магистерскую диссертацию. В общем, в целом можно сказать, что все, что только можно было, впихнули в этот один маленький семестр. Итак, так как я уже произнесла это словосочетание «дипломная работа», я, пожалуй, начну с нее, так как, наверное, это была такая основная причина, почему я вообще не выходила на связь, даже зачастую иногда практически не заходила в социальные сети, потому что это действительно забирало очень много сил. Изначально, как мне казалось, дипломную работу я начала писать довольно поздно. Но так как я тот самый человек, который любит составлять всякие планы, расписания для себя, я, конечно же, сделала себе максимально жесткие и узкие рамки, и в итоге получилось так, что я написала свою дипломную работу, можно сказать, практически на месяц раньше дедлайна. В общем-то, вы можете представить себе, насколько я в день все так распределила, что у меня просто все было посвящено этой дипломной работе, что я, естественно, закончила ее даже раньше. Но помимо дипломной работы, как я уже сказала, у нас наши обычные занятия никто не отменял, у нас было расписание предметов, и, соответственно, помимо того, что я писала свою дипломную работу, у меня еще и была учеба. Также, как я отметила, очень весомую роль играли проекты все различные, которые мы делали. И вот именно учебные проекты занимали практически тоже все мое время вместе со всем учебным процессом. Немножечко поговорим о проектах, вообще о чем я говорю. Я думаю, что многие, кто учился в российских университетах, я в том числе тоже училась на бакалавриате в России,
все знают, что у нас в основном есть курсовые проекты, курсовые работы, которые индивидуальные, и мы их, в общем-то, сдаем в определенный срок, сами пишем, никто в этом больше не участвует. Что касается европейского образования, то я зачастую слышала, и как вот я сама столкнулась с этим, что это зачастую групповые работы. То есть вас распределяют в такие мини-группки, команды, и вы в этой мини-команде делаете какой-то довольно обширный проект. Хотя, безусловно, это все может разниться от университета к университету и, в общем-то, в зависимости от того, на каком языке вы учитесь. И тут, как мне кажется, очень многие склонны думать, что, ну, это же групповая работа, значит, должно быть легко. Я тоже так раньше думала, но здесь все, в общем-то, как и в обычной жизни, кто-то хочет работать и делать какие-то проекты, и вообще что-то делать совместно, кто-то вообще ничего не хочет и предпочитает отдыхать. Поэтому иногда в группах работать бывает даже сложнее, потому что бывает так, что ты тянешь на себе весь объем работы. Приведу пример того самого креативного проекта, о котором тоже немножечко уже сказала. В этом семестре у нас был такой предмет, как стратегический менеджмент, и помимо самого стратегического менеджмента нам на нем надо было проявлять все свое творчество. Естественно, мы это все должны были делать в командах, все эти творческие задания и сам проект. Ну, просто представьте себе, если все проекты, которые нам дают обычно на учебе, они даются на семестр, то есть у нас есть достаточно большое количество времени, чтобы это все согласовать и сделать. А здесь по этому предмету у нас было так, что у нас на неделю давалось одно конкретное, довольно объемное задание. То есть помимо того, что нам надо было делать проект для компании, нам надо было делать еще различные креативные вещи, такие как снять, например, видео, как будто ты рассказываешь новости. Нам надо было сделать мультик, нам надо было сделать также графическую анимацию, инфографику, в общем, очень-очень-очень много всего, и эти задания давались нам на неделю. То есть, как бы, я не знаю, честно говоря, что ожидали на самом деле преподаватели от нас, но когда я узнала, что у нас есть творческие задания, что надо снимать видео, я сразу же проявила инициативу в своей мини-команде. И, в общем-то, занималась этой креативной частью я, но просто чтобы вы понимали, креативная часть — это та самая часть, которая отнимает просто огромное количество сил и времени, естественно. Я решила, что в этом видео я немножечко вам покажу, как выглядели эти проекты. Возможно, вам интересно посмотреть, как это все происходило у нас в нашем университете. Я тратила на это иногда просто, не знаю, более 10 часов, если не больше. Иногда приходилось ложиться спать уже где-то глубокой ночью, в 4-5 утра, когда я это все смонтировала, придумала идею, записала звук. В общем, сейчас, в общем-то, вы сами все посмотрите. Я покажу вам парочку проектов, как я это делала. Я периодически снимала это в процессе, так что, надеюсь, вам будет интересно. Ну вот каждый раз задаюсь одним вопросом, что я вообще в этой жизни делаю. Как вы можете видеть, у меня здесь мини-студия для того, чтобы записывать новости. Это не потому, что я это хочу, это потому, что у нас такие задания интересные в университете. Вот и как-то так это все выглядит. Сижу, записываю, отзеркаливаю свет, чтобы не было всяких бликов ненужных. Как вам такая мини-студия? Ну, в целом, приходите на мой телеканал записывать новости. Я еще забыла добавить, потому что, может быть, кто-то не поймет, почему я сижу на зеленом фоне. Этот зеленый фон нужен специально для того, чтобы потом его убирать и ставить то, что мне хочется, чтобы было на этом фоне. Например, могу сейчас поставить что-нибудь такое. Или, например, что-нибудь вот такое. Как видите, вот так я и развлекаюсь, собственно, с этим заданием. Hello and welcome to our show, on air a special news release of the Digital World News. Друзья, я решила буквально на пару минут вот так вот подключиться. Я сейчас работаю над одним из проектов для университета. Там у нас есть предмет стратегический менеджмент, там постоянно нужно делать что-то супер креативное, то снимать какие-то новости, то, в общем, еще что-то. В общем, очень много всего. Я уже даже испробовала много разных интересных техник, но просто хотела показать, как происходит у меня момент креативного мышления, как я вообще что-то придумываю и создаю вообще что-то.
Опять-таки, для меня это приятный момент, потому что я люблю делать всякие творческие штучки. Вот, так что покажу вам, можно сказать, в прямом включении, как у меня это все происходит. Происходит у меня это, в общем-то, вот так. Ко мне в голову приходит какая-то идея, и я это все зарисовываю, и потом начинаю писать сценарий. Например, сейчас я работаю над созданием презентации, но это не обычная презентация, это скорее больше что-то похожее на мультик, так скажем. Я вам, может быть, потом прикреплю результат, хотя не уверена, насколько это будет интересно смотреть всем зрителям. Но в целом просто почему-то захотела поделиться с вами, как обычно я творю, придумываю что-то. И в общем и целом у меня так далеко не только с университетскими проектами. Так в основном мне может прийти в голову мысли по поводу каких-нибудь там фотографий или постов, или каких-то картин в том числе. Я просто вот так вот сижу и придумываю что-то, записываю, зарисовываю, потом уже думаю, воплощать это в жизнь или нет. В итоге вчера проект делала до 4 утра, и в итоге сделала его до конца. Хотела просто показать, как я еще дальше его развиваю, как я обычно делаю, если там надо какие-то мультики делать или видео такого вот характера, то я обычно вот так вот просто выписываю все, весь сценарий и прорисовываю какие-то моменты, как что должно выглядеть. Вот. И это мне помогает. Просто это на случай, если, мало ли, вдруг вам когда-то пригодится делать что-то такое, то вот такие заметки делать и зарисовки очень-очень полезны для любых проектов. This is how our usual world looks like. Now many companies are actively working and life is in full swing. Some of the employees are developing new plans. Some are calculating the cost of these plans. Some have important work calls. And some are just drinking coffee. And this is how it looks in almost every company. But in a world that is changing so quickly, don't companies need a lot of flexibility, good digital capabilities, and the right people to tackle new challenges? Of course it's needed! And if you look closely, you can find out. В общем-то, как-то так. Вы посмотрели некоторые проекты. Как-то, в общем-то, так мы и справлялись со всеми этими заданиями креативными. Также, помимо учебы, конечно же, у меня периодически были периоды, когда я могла себе позволить немножечко отдохнуть, особенно уже где-то, наверное, в марте-апреле, потому что уже учеба немножечко разгружалась, уже какие-то экзамены и проекты сдавались, и появлялось больше свободного времени. И в целом я решила это время потратить действительно для себя, с пользой для себя тоже. Я встречалась со своими друзьями, безусловно, потому что я рада, что у меня здесь, в Петербурге, есть такая возможность. И также я решила провести это время интересно для себя. И, возможно, вы видели из предыдущих видео, из моего инстаграма, что я довольно сильно интересуюсь искусством в том числе. Поэтому я старалась максимально ходить на всякие выставки, в картинные галереи, в музеи. И слава богу, что это здесь открыто. Поэтому я была рада немножечко так просветиться и провести время. Хочу в этом видео вставить вам небольшие кусочки, которые мне удалось снять еще до загруженного времени, то есть это где-то начало февраля, как я ходила в главный штаб. Там есть некоторые очень такие фундаментальные известные работы известных авторов. И также я просто хотела познакомить вас с некоторыми картинами, которые мне тоже очень нравятся. Поэтому я вас приглашаю на такую небольшую экскурсию. Надеюсь, что вам понравится. Вы немножечко культурно обогатитесь вместе со мной. Всем огромный привет, друзья! Сейчас я немножечко спешу, чтобы поехать в главный штаб. Это находится на Дворцовой площади, и там целый такой новый музейный комплекс. Вообще, не знаю, насколько он новый, но там сделали ремонт, и сейчас все выглядит просто потрясающе здорово. Поэтому постараюсь снять вам это место, если туда, конечно, успею. И покажу, в общем, вам немножечко искусства, немножечко дизайна, красоты. В общем, добро пожаловать в новое видео. Уже почти в музее, в итоге я решила купить билеты онлайн. Сейчас такая опция даже считается, мне кажется, больше в приоритете. Но можно покупать и в кассе.
если, допустим, идти в главный штаб, ну, я думаю, что это вообще весь Эрмитажный комплекс, там, в принципе, такая логика, что если ты хочешь покупать билеты в кассе, тогда тебе надо там еще 30 минут ждать этот сеанс. То есть нельзя сразу так прийти, купить и пойти. Детали. В то время в главном штабе проводилась временная выставка «Сесил Биттон и Культ звезд». Данная выставка позволяла увидеть трансформацию звездной индустрии 20 века и проследить развитие истории фотографии. Давно не была. Единственное, что это, конечно, цена 500 рублей за вход. Раньше, как российский студент, я могла получать скидки, а сейчас нет. Ну, ничего страшного, в общем. Насладилась красотой. Надеюсь, вам было приятно полюбоваться картинами. Но учебные проекты — это были не все проекты, которые у меня были в течение этого периода времени. У меня также были некоторые мои личные проекты, которые еще не до конца реализованы, поэтому я думаю, что я расскажу про них немножечко позже вам. Но в целом время я проводила действительно очень насыщенно, было много разных приятных событий, было очень много такого времени, когда я находилась сама с собой, особенно во время написания дипломной работы, и я находилась прям очень сильно погруженной в свои мысли, это тоже в дальнейшем принесло свои плоды. Мне кажется, я даже как-то нашла небольшой диалог с собой, разобралась даже в себе. Так что, как вы можете видеть, время было продуктивным, довольно интересным и познавательным. Надеюсь, что это все положительно скажется в дальнейшем. Хотя, честно признаюсь, от учебы и от таких больших проектов, работы, в том числе от написания магистерской диссертации, я немножечко устала и хочется отдохнуть, хотя сейчас расслабляться еще рано пока что, потому что мне еще предстоит подготовка к защите диплома. Так что уже после того, когда все это закончится, наверное, тогда я смогу позволить себе немножечко побольше отдохнуть.
выдохнуть и прийти в себя. В общем-то, как-то так прошло мое время, в то время, когда я не была, к сожалению, с вами на связи. Но также хочу сказать, что в Инстаграме я бываю почаще все же, хоть иногда я тоже пропадаю оттуда, но стараюсь там все равно делиться с вами какими-то местами интересными, своими мыслями. Поэтому, если вам интересно, обязательно заглядывайте на мою Инстаграм-страничку, и, возможно, вы найдете для себя там что-то. Надеюсь, вам понравилась такая небольшая история, что я делала все это время. Надеюсь, что вы все эти месяцы тоже очень хорошо провели, продуктивно, возможно, что-то новое освоили, выучили какой-то новый язык. В целом, кстати, говоря о Чехии, так как меня неоднократно спрашивали, когда я собираюсь туда ехать, я уже довольно скоро планирую туда вернуться, так как у меня будут государственные экзамены там и защита диплома, соответственно. Поэтому, наверное, уже в ближайшее время ждите красивые видео из Чехии с красивыми цветами распустившимися. Там сейчас действительно все очень ярко и красиво цветет. Так что постараюсь тоже для вас снимать интересные моменты. И последнюю часть этого видео я бы хотела посвятить прогулке по Санкт-Петербургу, показать вам некоторые интересные места и уже такой весенний Санкт-Петербург, если можно так выразиться. В Петербурге все-таки немножечко другая весна, не совсем как в Праге. Иногда бывает похолоднее и дождливо, но думаю, я этим никого не удивлю. I don't wanna care. It's being I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. I'm not. I think it's hard how we always wait another day. How we watch things the kids walk away. Let's live down by the water, watch you come and go home. I wish we were both to like sail away. I just don't wanna care. Can you be here and I'm good? Be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. Итак, друзья, на этом будем потихонечку заканчивать это видео. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Я по вам очень соскучилась по съемке видео, так что я безумно рада, что я наконец-таки могу поделиться с вами этим видео. Спасибо вам огромное за просмотр, я желаю вам отличного дня. Также не забывайте подписываться на мой канал и ждите в скором времени новые видео. Я с радостью буду делиться с вами всем, что у меня есть, буду рассказывать про новые проекты, показывать интересные места. Так что обязательно оставайтесь со мной, я буду очень рада. Ну а на этом все, спасибо еще раз большое и всем пока!